Само нападение произошло прямо перед визитом турецкого министра иностранных дел в Москву вместе с Сергеем Лавровым. Сегодня утром они возложили цветы к портрету убитого дипломата. Эта встреча была запланирована давно. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана обсуждают ситуацию в Сирии. Лавров уже заявил, что после произошедшего в Анкаре никаких поблажек террористам делать нельзя. Как в России, так и в Турции мы хорошо понимаем, что основной целью нападавших был удар по российско-турецким отношениям и по тому успеху, которого мы в последнее время добились. Абсолютно неприемлемы попытки, к которым некоторые члены международного сообщества прибегают, представлять дело таким образом, будто поддержка законного режима Сирийской Арабской Республики, страны-члена ООН, в его борьбе с терроризмом лишь усиливает террористическую угрозу. Это однозначно попытка вывести террористов из-под удара.